Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть в игрушку Far Cry. В прошлой серии мы закончили на том, что мы завалили аванпост, захватили, вернее. Короче, мы вообще красавчики. Сегодня нам нужно, знаешь, что думаем? Наверное, давай-ка вот сюда сначала сгоняем, захватим еще факел, чтобы быстро телепортироваться. И пойдем по заданию... Так, давай поедешь сначала. По заданию Изила, которого захватили мы. Дело в том, что серия одна за другой еще пишется. Потому что я в отпуске, я красавчик, я уехал, я отдыхаю. И когда ты это увидишь, возможно, я уже к этому времени вернусь. Не уверен. Пока что это еще пишется. Вот, так вот. Так вот, идем сначала захватываем факел, потом идем по Изила. Посмотрим. А там уже видно будет, куда нас дальше пошлют. Так, как нам туда прорваться? Ох ты, падла. А, это козлы. Надо. Все, давай, щеми отсюда. То знаю я вас. Пумарита это которая. Тоже тут не уёживалась. Такие маленькие, такие вредные, а. Ну-ка, успокойся. Давай, за мной даже не вздумай бежать. Тебе на пользу не пойдет явно. Смотри, как я виртуозно обруливаю все ямки, все канавки уже. Ты смотри, да я вообще профи. Я просто мастер-гонщик езды на саблезубом ком-то, коте. Ну че саблезубые? Тут даже, наверное, утки саблезубые. Так, это что, это просто камни, хорошо. Ай! Черт! Застряли, забуксовали, нормально проехали. Ай, змея была! Твою мать, я думал, что за шланг. Кстати говоря, смотри-ка, что нашел. Хорошо. Сейчас дичатки найдем. Ломай! Обыскивай. В смысле? В смысле? А в смысле? Алло! Кидалы. Ты прикинь, да кидалы. Я ништяки нашел, а там ничего нету. Как так? Ладно. На самом деле не принципиально, но обидно, как минимум. Минут на что должен. Давай, 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 давай. Черт, не залезь. Давай, 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 давай. Да куда ты вниз-то? А, ну ладно, тут по дороге. Тут навигатор бы еще было бы неплохо, чтобы поработал. А то у нас как бы он... Навигатор есть, но он... Тигри, тигри, да. Тебе не тигри надо бояться. Вот. А просто он показывает по прямой. У него дороги сюда не занесены, не забиты. А, так ты смотри, ты прикинь, мы в тот раз вообще грамотно сделали. Мы тут просто в тот раз с тылу зашли, поэтому они нас даже не чукнули. Слушай, да мы вообще молодцы, так бы, блин. Пырнули бы, перышко бы пощекотали нашего друга Винджа. Потому что там куда, правильно, пока мы пробились бы, там уже давно бы уже прибежала это бы. Кто она там, жрица, не жрица, кто она. Давно бы его завалило, а мы ничего так по красоте сделали. Это свой? Свой, дебил. Ходит тут, как у себя дома. На территории Изила, между прочим, ходит-то. Давай, 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 разделение воды. Берега называется. Разделение воды или водопад. Разделение воды, нифига, название придумали, да? Держи! Ой. Это было плохо. Опа! Кошка, каждый сам за себя! А это моя кошка! Давай! Давай ее долбить надо! Хорош, давай! Вот этого завалим, будет проще. Ай, набежали, чайки вологодские налетели. Спокойно. Лук мне в зубы. Нормально, первый. Да ты помирать будешь, они бронированный, капец. Тут двойной лук уже не спасает. Че такое? Стрел, блин. Да я что, снайпер? Да я тут снайпер такой еще. Стрел еще. Да ты-то куда лезешь? Совсем больная кошка, что ли? Ты прикинь, кошка в драку полезла. И, блин, по... Капец, я, короче, в шоке. У них кошка ручная, походу. Так, во-первых, так. Во-вторых, так. Огонь! Хорош. Все, захват. Это революция, это захват власти. Мы Изила свергли, мы, короче, вот, нормальный сигнальный этот захватили. Как минимум, мы сюда телепортироваться теперь сможем. Это, кстати, хорошо. Вот еще аванпост. Тут, короче, телепортироваться вообще, блин, можно нормально так. Ладно. В смысле? Вот сюда пойдем. Да-да-да, уйди. Так, катаем. Стоп. Ешь. Жри. Давай шутри, жри. Так, поехали. В целом все, погнали. Все есть, телепортироваться теперь. Так, на вот их набрать, блин, палочек. У нас с палочками все хуже и хуже становится. Что-то все-таки я понять не могу. Вот вроде две стрелы, да?
Но, блин, я хрен его знает. Мне кажется... Не знаю, с одной стрелой он более меткий, что ли, был. У меня вот такие ощущения. С двумя стрелами он как-то, бляха, вроде стреляет, но как-то... Если метко, то крайне редко. Да, смотри, стихами прям говорю. Значит, так оно и есть. Так, что сделать-то надо? Пламя. Что пламя? Лагерь Зилы и их поля. Зашибись. Вот сейчас бы мне, конечно, да, очень пригодилось бы. А та фишка, которая автоматом поджигает мне. Следующая. Короче, если, в принципе, мы без палева все сделаем, то есть шанс того, что они сами сгорят. Вроде горит все. Хреново горит, ну горит. Ну-ка возьми, пригодится. А там наши. В смысле наши. Наш привязан, козел. Где он? Держи. Да в смысле ты мажешь, твою мать? На. Чё ты? Вали отсюда, дура. Ладно, давай сейчас перебьем, потом разберемся. Ах ты падла. Давай, бутер закомячил, давай. Ай, бляха, поджопник дали. КТ, блин. КТ, я ему в ногу стреляю. Давай, грызи его. Да, в принципе-то, чё? Не так много так-то. Если хорошенько разобраться, то вот он один остался. Нет, два. Там еще где-то. На! Давай ему, короче, спину. Спину напуливать. Затылок прям. А, ладно. Ну-ка, не маши. Ногу себе отшибешь. Отлично. Так, слушай, а почему я тебя кормлю, кошка? У тебя тут столько человек тут валяется. Тут вискаса столько. А я ее кормлю, ты прикинь, да? Могла бы сама уже закомячить кого-нибудь. Хорош. Ай-яй. А, ну, в принципе, ладно, поджог сойдет. Вот это надо жечь еще. Ай, не то, не то, не то. А, поджечь. Поджечь. Так, нормально. Что-то еще поджечь можно. А вот тут нифига себе не сгорело. Я ж тебя вроде стрелял. Вроде бы, да? Так, все, хорошо. Горит. Кто? Охотники, бляха, вернулись. Держи. Тё, сгрыз. Там еще где-то. Вон бегает. И вон там бегает. Да пускай бегают, мне какая разница. У меня задача поджечь. Оба. Первый. Стопэ. Подожги, говорю. Подожги. Второй. Третий. Вот. Смотри, большую часть уже подожгли, в принципе. На мана. В принципе, можно, конечно, переключиться на луки на эти, но... Двойной мне все-таки больше нравится, у него дамаг. Он косой, правда, но у него дамаг больше. На мана. Смотри, котел, что делает. Тихо. Давай покомячим. Давай как-то это, еще по прицельности стрельнем. Да ты в смысле-то бажишь-то, а? Да пошел ты. Касабланка, балеха. Держи. Короче, двойным луком в упор нормально стрелять. Нет, в упор тоже хреново. Да нормально, в упор дубины нормально бить. Где он там? Гораздо лучший эффект. А что еще не сожгли-то? Где что осталось? Так, горит. Хижина, вот она. Не, она горит. Она сгорела, в смысле. Сгорела. Вот это что ли? Нет. А что осталось-то? Неужели вот этот? Ну, наверное, этот, да. А больше тут поджигать-то нечего особо. Давай-ка вот так. Вот это, видишь, этот вот точно летит. А вот наш что-то ни хрена. Так, что еще? Что еще осталось? Ой, это же наши. Да? Так, подожди, на, давай это, ко мне, вы что тут забыли-то? Чё не освобождаешь тут? Наш, кажется, блин. Странно то, что не сгорели. Ладно, хрен они. Ну я не знаю, вот это что ли, блин? Ну давай, короче, знаешь, как делаем? Возможно, действительно, вот это возможно, надо.
Ну что-то сомневаюсь. Ка... Тед, ты бы отошла? Не. А чё ты ещё жёшь-то, ёшкин курот? Сжёг. Ну я не знаю, вот... Блин, тут типа поля, что ли? Давай сюда. Вот это вот возможно. Поля будем гореть? Вот это горит вообще, нет? Вроде должно гореть. Да ни хрена она не горит. Это, по-моему, вообще не считается. Блин. Ну, давай, короче, это. Подождем. А что ты стоишь-то? Так ты отойди. Что еще осталось-то? Кто-то бы подсвечивал, что ли? Что жечь надо? Ладно, пошли. А, вот они, ёшкин крут. Я же говорю, что то вообще не в тему. Во. Вот это надо. Давай. Ну вот, это последний уже по-любому. Тут как раз немножко оставалось. Вот они. В принципе, горят нормально. Все, а остальное мы сожгли уже по-любому все. Да, во. Я их не заметил. Я думал, маленькие кустики тоже считаются. По копеечке типа дает. Нет, нифига не считается. Вот видишь, как снайперский выстрел. Я же тебе говорю, одиночный лук, он гораздо лучше стреляет в плане меткости. Но гораздо хуже стреляет в плане всего остального. Ай, держи. Так, поймал, отлично. Что? А что еще, подожди? Кому что помочь надо? Давай сразу, раз уж тут оказались, поможем. Так, где тут? Кого тут надо что спасать? Давай, я пока супергерой, я сегодня спасаю всех. Я сегодня добрый, безотказный. Захватчиков спасите пленников. Где там захватчики-то? Пока что тут захватчики это мы. Ты что ли? Держи. Все? Захватчики, блин. Где еще? А что, кто еще остался? Мартышка. А он вот, смотри. А он забаговался с катабазой это. Вот он. Вылез. Ну как вылез? Нормально. Все, развязать. Зацепил хоть чуть-чуть. Кто там что? Опа, смотри-ка. Как кошка драная. Дерзкая самое главное. Да они вообще тут дерзкие, смотри. Все, свалили. Кто еще? А, чайка вологодский летит. Так, короче, надо валить отсюда. Потому что, блин, нас тут реально сейчас загрызут по самое не могу. Они уже тут беспределят просто. Так, КТС защищай меня. Дальше нам что нужно? В принципе. Все, у этого мы, смотри, задание выполнили. Вообще красавчики. Давай, короче, знаешь что? Давай теперь тогда сюда пойдем. Мы, в принципе, почти что рядышком. Вот сюда телепортируемся. Пойдем сразу на шаманьку. Оно, в принципе, логично. Опа. Давай. Рука дальше. Сколько бежать-то? 250 метров. Слышишь, кот, иди сюда. А я не понял, какую мне награду? Вот мне награду, по-моему, ни хрена ни разу еще ничего не дали. Мы уже их нашли, и там всякие эти, кто они, скажи мне, ожерелья, браслеты, всякую херню, мурню, туда-сюда, блин, нашли. Они абсолютно бесполезны оказались. Типа найдите еще, короче, и тогда вам будет счастье. Ничего не было, никогда ничего не давали. Так, слоны, я мимо пробегаю, если что, я вообще не при делах, отстаньте, пожалуйста. Отлично. Самое главное слонам это прокричать заранее. А то они вроде, блин, ушастые, но слышат как жирафы, блин. Слышат хорошо, но пока дойдет, это капец. Пойдите в гробницу Крати, похитите маску Крати, хераси. Пойдем. Как тут офигенно стало светло. Так, давай, знаешь, что делаем? А что у меня дубина? Какая из них мощнее, интересно? Двуручная дубина. Дубинка. Давай, короче, двуручную возьмем. Нет, давай, короче, простую сожгем сначала. Подожди, так что, подожди. Ага. Вот так вот, да? Так она ещё потухнет у меня. Ладно, тут хоть светло. Так, давай-ка, подышим.
Давай с 4 всплывай. Подышал. Плыли. Гробница какая-то. Какая-то гробница. Вы что, блин? В те времена-то. Там булыжиками заложили, и то радуйся. Хоть так похоронили, а не просто вот как мы бросаем всех и все. Что-то нашел, смотри-ка. Ничники нашел. Мяско нашел. Нормально. Мяско это хорошо. Кто это? Так, давай-ка, знаешь что? Давай мы на одиночный лук переключимся. Мне кажется, тут надо будет стрелять далеко. Если что, в любой момент переключимся обратно. Не страшно. Я же говорю, далеко стрелять придется. Давай, вылазь, вылазь. Да ты, бляха-муха. Ты определись, куда ты хочешь. Да нет, тут винт. Опа, кошку убили. А, ты это зашибись. Держи. Короче, одинарный лук тут тоже сойдет. Я думаю, за глаза он даже будет более в тему тут. Мы, короче, так беспалево опять все сделали. Что я прям завидую нашей игре по стелзу. Особенно нашим снайперским приемом. Где? Вот он. Это опять тот мудак, который бегал туда-сюда. Где? Подожди. Черт, я их не вижу ни хрена. Вот он. Так, прорываемся, прорываемся дальше. Хорош. Так, тихо, спокойно. Самое поганое, кошку-то убили. Ой, бляха. Вот ты сейчас вообще не в тему. Подожди, вот тут давай вот так. А давай вот так. Смотри, я тоже так умею. Надо! Блях ты, муха! Держи! Сейчас, подожди, подожди, подожди. На! Хорош! Завалили. Так, уйди. Тихо, спокойно, спокойно. Да это ад голубых ганнибалов, блин. Каннибалов. Кто они там? Ганнибалы, каннибалы. Откуда они лезут? Я понять не могу. Твою мать. Тихо, лечи, беги. Черт, в упор попасть не могу. Что за херня? На. Их кто не пробьешь? Вон они, я вижу, 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 вижу. Черт. Нет, туда не надо, сюда отходить. На, короче. Наоборот, надо в упор. В упор, они тогда оттуда не смогут стрелять. А, во, в упор, держи. А чё я там без шлема хожу? Да ты в смысле? Баба, ты ничего не попутала? Обойму в целую выпустил. Собака живая до сих пор. Так, хаваем. Вот, давай, пойдем. Во, нормально хоть прошли. Сейчас в узком месте их будем ловить по одному. Правильно толпой со всех сторон, блин, чё б меня не завалить-то? А я же до хрена умный. Опа. Это надо взять. Все, я скрылся, меня... Ох, ёптать. Я аж сам испугался. Да, заряжай быстрее. Он заряжает так долго. И так быстро мажет. Да ты твою ж за ногу. Твою мать. Давай переключайся. Бляха, говорю, стреляй, он жрать начинает. Ты прикинь, а, реально. Он не стреляет, пока там огонь не потушит. Пока еще что-нибудь не сделает. Есть что? Так, хорошо. Сделали, пошли. Где-то, где-то, где-то. Маска тут. Так. Это тоже тут. Мне кажется, они так уже тревогу тут потрубили по самое не могу. А где он? А он внизу. Спокойно. Опа, держи. Спокойно, пацаны. Да ты ж, бляха, ты муха. Стой. Слышь, иди сюда. Подожди. На. Ты видел, нет, я как Нео. Просто уклонился. Просто, блин, вообще. Как мастер, мастерски уклонился. Просто так, лети стрела. Я такой, хупа, стрела мимо. Нормально, я, молодец. Так, что это, маска? Бляха. И вот ради вот этого. Что это за хрень? Это булыжник с камушками. Булыжник с булыжниками. И дырка посередине, это кварц. Венджа. Крати. Ах ты падла. Ладно, зато обеззаразила сразу. Слышь. Ой, блин, тебя опять замазывать.
Тебя не знаю, тут, по-моему, замазать-то не надо. Это не та ситуёвина. Тут не открытая она. Хотя хрен его знает. Лучше, наверное, посмотрю, короче. Сука, и жечь тебя. Теперь я жечь Винджа. На, собака, чтобы не выёживалась, овца тупая. Все, полетели. Я надеюсь, она померла, потому что... надо посмотреть, надо ее замазать или нет. Блин, сиськи ее. Потому что если надо, блин, это геморройно так-то. Ну, по-моему, тут не надо. Ну, ладно. Слышишь? Опа. Да ты, падла, что творишь? А как мне покинуть-то? Я откуда вообще свалился-то, тогда? С неба свалился. А, вон, покиньте. Где он там? Хрен его знает. Так, тут, короче, они со всех щелей лезут. Нам нужно наверх подняться. Давай, щемим быстрее, 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 быстрее. Нифига, их там толпа набежала, ее оперный театр. Вот сюда нам надо как-то. А как? Я знаю как. Амана. Тихо, давай сюда прижмемся. Черт, не успел. Вот сюда щемим. Так это тайник. А, ну да. Кто, наверное, нам ее нужен? Все, верно, смотри-ка, молодец какой. Так, этих мы сейчас накидаем. Кто вылезет? На-на! Хорош подсечка даже-то. А ты что там слышишь, что ли, в углу? Хрена ты, прикинь, стоит сыт, тут общая тревога. Вообще беспредел. У себя дома гадит, паразит. Во, давай, давай, во, все. Не ори. Тоже не ори. Пошел лесом. Короче, дубинка вообще просто прелесть, мне нравится. Особенно то, что она практически ваншотает, в отличие от лука. Лук, что работает вблизи. Вдаль ты сильно ее не кинешь, метка. Нормально, тихо, спокойно. Да ты что такая бронированная? Слышу, у вас лучики там, блин, как танки бронированные, мать вашу. То, что они там костяные маски одели, это еще... Ой, это что это кто? Это этот мудак, да. А нахрена ты мне сдался? Я, короче, побежал. Да нафиг вы мне уперлись, пацаны. Кидай! Кидай! В смысле? Кидай! Кидай! Твою мать! Что не так? Что? Что я должен сделать? Почему ты не кидаешь? Подожди. Ну ладно, ладно, мы тебя сейчас будем просто запинывать. Давай! По затылку накидаем. Да не, нормально, слушай, получается. Вот, нормально. Короче, урабатывать так быстрее получается. А, во-во-во, нормально, смотри, идем. А почему крюк-то не сработал? Я же там вообще грамотно там просто расположен был. Ну-ка, давай, поешь. Он типа меня не заметил. Типа я его... О, все, свалили. Вылезел в голову, все, щеманули. Теперь в деревню вернуться. Ой, крати достижения. Да, красавчик. То есть смотри, мы в принципе походу мы эту крати завалили. Наверное, я. Доступно задание деревни. А, действие клав выполнено. Крати. А, ну да, ты видишь. Ты принес? Ты принести. Маска крати. Крати. Ну падла, я ее столько пер. Батари боятся крати. Скоро она боится хозяин зверей. Так тебе смотрю, ой, маска. Ты носить маску, ты стать крати, ты наполнить дочь солнца страхом. Тогда я убить Баттари. Сначала нужна сила больших зверей. Ты приказать и напасть на храм Баттари. Точно, Баттари зовут, а не крати, что ты я. Ну и чё, подожди, Такар. Делай дочь солнца кричать. Окей. Видимо, заживо будем жечь ее, она же там поклонится, там солнцеходы и так далее.
Родина Изила. Путь в землю Изила. Сосредоточенная сила Батарии. Вам понадобится сила Мамота, чтобы пробиться через ворота. Только Тинцей может подготовить вас к битве с Батарией. Так, а у нас же что это? Вроде же нормально все. Нормально все. Сила Мамота. Да у нас все это вроде есть. А в смысле, подожди. А этот-то куда делся? У нас же еще один был. Давай, короче, знаешь что? Давай, короче, сейчас на Батарии пока не пойдем. Ну да, сейчас смысла нету. Давай мы, короче, на этом тогда сегодня закончим, потому что я там чую с Батарией с этой. Битва будет очень долго, наверное, там серия, наверное, на час будет, если не больше. А, уже из опыта просто. Поэтому давай-ка мы сейчас не будем выеживаться. Дом Батарии, сначала готовиться, потом нападать. Вот-вот-вот, да, потому что это надолго будет, походу, финальная битва. Вот. Поэтому давай мы на этом заканчиваем. Коротенькая серия получилась, ну ладно. Все ссылки в описании под видео, серия понравилась, большой палец вверх. Оставляй комментарий и подписывайся на канал. Всем удачи, всем пока.